Бураны на старт. В Ненецком округе утвердили дату проведения гонок на снегоходах. Соревнования состоятся 20 марта. Речь об этом шла на заседании Организационного комитета по проведению спортивного праздника под председательством губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. По итогам народного голосования, которое проходило в социальных сетях, местом проведения гонок назначили район Качгартинской Курьи. А сейчас согласовали и дату проведения. Гонки пройдут в субботу 20 марта. На следующий день, в воскресенье 21 марта, состоятся спортивные состязания оленеводов Семенхат-Мерита. Хотелось бы провести его действительно на высоком таком организационном уровне. Прошу всех подключиться к этому вопросу, всех без исключения. Ольга Сергеевна, подключите свои структуры, чтобы действительно мы там развернули этот городок такой интересный, чтобы люди пришли и насладились этими гонками. Надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. Кроме того, губернатор Юрий Бездудный поручил при подготовке соревнований учесть все пожелания постоянных участников гонок на снегоходах, в том числе по организации стартовой зоны, техническому сопровождению и не забывать о том, что это также праздник для жителей и гостей округа. Безусловно, не забывая об участниках соревнований и с бригадами, и с гонщиками, уже будем именно готовить так, чтобы мероприятия прошли все в положительном формате, и силовые структуры нам в плане организации безопасности необходимой мы уже будем на постоянной основе проводить для того, чтобы уже готовиться к гонкам. В этом году гонки на снегоходах пройдут в 25-й раз, поэтому глава региона выразил желание сделать праздник действительно незабываемым. Помимо всего прочего, у нас есть еще другая сторона участников этого большого праздника – это жители и гости. Здесь мы должны создать такие условия для них, чтобы это все было зрелищно, чтобы они располагались на безопасном расстоянии, могли видеть все соревнования. И, естественно, мы должны привлечь и торговлю, и какие-то активности, создать такие условия, которые бы позволили людям получить истинное наслаждение. В ходе заседания оргкомитет на должность главного судьи утвердили Даниила Исполинова, главного судьи Семенхат-Мерита Ивана Белугина. С подрядчиком, с потенциальным, мы уже и с самими гонщиками прорабатывали. В этом году пришли к такому мнению, что у нас будет большое кольцо. Это как раз-таки для снегоходов «Буран». А для иномарок это будет маленькое кольцо, уже более приближенное именно к кроссовым стандартам. В целом регламент юбилейных 25-х гонок останется неизменным. Единственная трасса изменит свою конфигурацию, станет более удобной. Ольга Руслу, Леонид Шишилов, телеканал «Север».